У нас фестиваль был в 7 городах, в том числе в Калининграде, и 12 тысяч зрителей. Мы приглашаем к участию в обычных наших чтениях местных авторов, и их текст читает приезжая звезда. Я читаю рассказ быстро, да? Потом мы этот рассказ смотрим на экране. Рассказ развлекательный, название «Эктоназия». Есть у вас шикарный вопрос? Более упрощенное восприятие действительности, что сейчас и происходит. Это очень сильно чувствуется. Улица Филипенко или деньги сейчас? Конечно, улица Филипенко. Внутренняя тревожность. Внутренняя тревожность заставляет человека всем подряд заниматься. Спокойные люди дома сидят, семья, дети. Спасибо большое. Хорошего дня вам.